Ну что, ребята, всем привет. По-прежнему GTA Online, Биомод, Брейн, и мы хоть... Я вроде кинул. Мы хотели инкассатора взорвать. Ну, мы сейчас попробуем, да, инкассатором завладеть? Да, сейчас попробуем догнать и ограбить. Интересно, сколько денежек нам за это дадут? Ой, я не знаю, сколько нам что там дадут. Я думаю, что мы успеем. Денежек тоже неизвестно. Так, Лестер, да, отвали ты. Лестер Шместер. Вообще, на имя Лестер очень хорошая рифма есть. Такая, знаешь, исконно русская. Лестер, Честер, Хуестер, нет? Хуестер, да, очень даже звучит, смотри, Хуестер. Смотри, какая, это твоя машинка, да, была? По-моему, да. Блядь, только не смотри на передок. Сука. Посмотри на передок, жизнь боль, блядь, убейте меня, понимаешь? Я такую нашел ее. Она такая стояла возле моего дома, и на ней поехал к тебе. Так, справа инкассатор, давай на ней. Попробуй, как-то, я не знаю, взорвать. Давай. Да, и... О, там, смотри, какой-то лалка, смотри, сейчас мы его перехватим. Да, вижу, сейчас. Это совсем обурили, это наше. Да, готовь. Так, ой. Давай. Всегда готовы. Вот Петрила, смотри, он забрал. Так, грабанул, твою мать, уже. Грабанул, а? Вот так, пойдем убьем. Так, надо, да. Так, он куда-то уже заехал. А у тебя тоже с лагами он, да, двигается? Да, он куда-то сюда вот заехал. Внутри, давай, Жень, давай. А вот убивай его. Бля, что произошло? А как? У меня он подвис как-то, знаешь, вышел из этого. Да, он вышел, из машины. Было, что он стрелял. У меня тоже, у меня как подвис такой, знаешь, такой попятился немножко. Нет, его знает. Вот сволота-то, а? Да. Ну, ладушки. А ты помнишь, как мы долго пытались добраться до инкассаторов? О, боже мой, я помню, как мы пытались их еще открыть, потом я в итоге где-то взорвался там, где-то умирал. Так что это было вполне такие стандартные ситуации. Так. Блять. О, слушай, боже. У них что, машины пуленепробиваемые, я не понимаю? Может быть, если он раскачан, он мог поставить какие-нибудь стекла, может быть, пуленепробиваемые. Черт его знает. Да я вот пытаюсь как-то, знаешь, до одного места. Ну ладно, может быть, какой-то реально слишком раскачан, не повезло мне наткнуться было. Он там еще стоит, да, еще подбегает-то. Или он уже уехал? Сволота. О, слышу, стреляете. Норма. Отлично. А, этот, который тебя убивал, смотри, что. А да, вот этот на машине цвет говна у него машина. Так, все, сейчас бегу. Блять, он заикал меня. Да, кстати, говно. Разводка крыши на Тане. О, охренеть. Хорош. Смотри, какая у меня красавица. А че он у тебя в трусах-то? Вообще-то это в бикини, а не в трусах. Тебя вот в ультрвайт, ну, блядь, на снайперке завалились. Слушай, какой-то рассинхрон идет в игре, или у меня глюки уже пошли? То есть я не слышу ни выстрелов, ничего. Нет, выстрел был. Это была снайперка глушаком, да. Нас просто за снайперки так легко положили. О, дождик. Вон он, по-моему. Да? Да. Когда идет дождь, дороги мокнут. Падай, кусок дерьма. Чуваки не мокнут, потому что они, эти жуки, умерли. Отлично. Я его добил. Нет, ты его добил, да? Нет. А, да, я его убил. Я потом ты его убил. А я в него стрелял, много выпустил. Смотри, вот он. Смотри. Я видел, ты его носил хорошо. Смотри, как это делается. А у него пассивка. Пух. Так, ну-ка, сбить его нужно. Это тот, который нас сейчас с тобой со снайперки завалил. Да, давай, сбивай. Тачка нужна, тачка. Я бы с ножа его врезанул. О, вижу. Жаль, что... 99, ну все понятно. На, ёпта. Так, тебе там чувак идет. Аккуратней. Сейчас я его собью. Ох, я на гелике приеду. Сейчас, разберемся. Чувак себе так спокойно идет, такой, знаешь, типа, what the fuck? Бичес такой, да? Я не боюсь, но сейчас сделаю. О, гелик, это не гелик, это хаммер, по-моему. Да черт он, это мягкий. Блядь, сори. У меня татуха на спине дракон, вообще-то. Так. Так, поехали в парикмахерскую. Или поехали, давай этих лалок подавим сначала. Давай, что это сначала задаем, нужно. Давай. Блях. А это или не он даже? Давай, стой. Сейчас он бомбанет, смотри. Чувак стреляет. Лалка. А это он. Блять. А, ой, куда ж ты едешь-то? Подожди. Я на него еду, он хоть прытки смотри, что бегает, прыгает. На, ёб, прыгает. Да-да-да, Женя, да-да-да. Прытки хуетки, да? Он реально лагает, что-то как лаги тут. Да, есть немножко лаги. Не, Жень, это бесоебство. Давай лучше тех двоих возьмем. Совершенно не получится его задавить. Жень, давай развернись, да, лучше тех. Время лагает, поехали. Время лагает. Смотри, вот он кидает в одного. Вообще офигели. Ну-ка.
Бля, уезжай, там кинули тоже нам в ответку. Блядь, бегу, я в гранату. Вон он наверх, кинул. Он наверх куда-то уехал. А вон где гранату кинул. О, вот, включил он. Гранатосилочку, вот это лалка. Давай. Месть. Бля, у меня закончились эти липучки. А, ладно. Да, гранат нету? Есть. Так, хорошо тогда. Блин, какой же он быстро, нет, но надо догнать. Попробую, конечно. На Хаммере по такой погоде, по такой дороге вряд ли. Ну, это как-то... Быстрее есть. Еще инкассатор, нихера. Так, что там остановится, мы его взорвем. Ну, давай, я уже готовлю гренку. Так, я тоже. Готово. А вот, сука. Давай, ебашь ее! Убил меня. Меня тоже. Да как он? И только музыка, блядь, умерли, и музыка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что все плохо, да? Так. Слушай, ребята быстро убивают, реально. Ребята просто вот валят в щи вот моментально, понимаешь? Ну сейчас, ну посмотри, что на уровне. Ой, дождь какой хороший. 399-й. Не, Женя, все. Да. Я как-то, знаешь, хотел какую-то миссию пройти вчера ночью. Захожу, у меня даже есть скрин, по-моему. Там написано приглашен, и красно написано читер. По-русски написано читер. У чувака, какой-то там у него 100 какой-то там левел был. Да, не знаю, как. Ну это реально уже читерство, потому что ну невозможно так. Ну или багом как-то пользовались. Так, сейчас тогда я к тебе подбегу. Там я сейчас там благополучно О, боже мой, нет! Что такое? Как король, господи. Ну я появился, спиной стоял, чувак по мне начал стрелять. Ай, скотина. Начал стрелять, я успел развернуться, еще и убил его. Слушай, просто... самое интересное, он меня гасит тоже из машины вообще. Да, он из машины как-то стреляет. У него что, пули непробиваемые? Да. Я не могу убить машину взрывать. Я стоя не стреляю. Окна не пробиваются. Стрелял по нам из машины. Вот, вышел. Он тебя еще убил. Угу. А это не он вышел. Он убил меня. Он еще бибикает, сука. Не, Жень, мы не можем. Я не могу убить, стекла не простреливаются. Класс. Это просто же издевательство такое. Поехали. Да, поехали отсюда. Там братишечка. Мертвый братишечка. О, Аксель Малатра 59132. Нихера себе. Я подбежал. Они ехали для меня, в общем, сбить хотели. Я одного завалил этого Акселя. Но успел взорвать меня, короче. Все нормально, друзья. К тебе кто-то едет, по-моему. Женя, к тебе активно кто-то едет. Это дурачок, блядь. Он бешеный какой-то. Психованный. Чувак, отвали. Я слышу ваш гудок отсюда даже. Садись. Сажусь. Это вообще... Так, ну что, поехали тогда. Поехали в парикмахерскую, сделаешь лысую, блядь, себе эпичность. Тебя убили? Бля, меня тоже убили. Говнюк. Теперь нужно отомстить. Теперь никак иначе. Никак иначе, да? Мстя должна быть жестка. Мстя? Это блюдо, которое пытается солдел. А вон он стоит. Надо подойти и нашпиговать его, блядь, пинцом. Сейчас, блядь. В очку ему свинца, блядь. Давай поагримся, Жень, давай. Сейчас, ёпка. Агробрейн и агроженя, да? Нормально. Умер! Говню! Да, мазафака. Нашу тачку угнал. У тебя дурачок подъехал. Да я вижу, это тот взорвал? Же. Да едь ты... Блять, как он убивает так, ёпта? Я тоже слышал эти звуки. Ну я здесь бибику, по-моему, просто включил баг какой-то. Или может быть чит на бессмертие. Или как-то, ну я смотри, не знаю, я стрелял в него. У меня был автоприцел, но стекла не пробиваются. То есть я не могу. Я не видел, чтобы в Lost Customs было пуленепробиваемые стекла. Честно, сколько смотрел. Сейчас все вольнем. Ну это самое. Ой, этот говнюк вышел! Блять. Чуть-чуть ему жизни осталось жить. Блять. И он тебя вольнул, да? Нормально. Меня другой убил. А, нет, меня тоже самый убил. Меня тоже самый. Купил автоматы. Хуйня хуйней собачьей, знаешь? Калаш, пробовать его. Да калаш хуета здесь в этой игре, честно. Вообще никак не берет. У него урон чуть-чуть лучше, чем у штурмовой винтовки. Там на пол миллиметрика, на пол писечки. А у меня что-то писечка пропала. Нет калаша. А ты помнишь баги, когда все оружие пропадало? Да, я помню. Ой, как мы с тобой. А у меня сейчас его нельзя выбрать. Вот у меня есть штурмовая винтовка, но там должно быть 4. Женя, за тобой, Женя, сзади. Вижу. Вот ебаклан какой, а. Вообще наглое говно. А это, который нас завалил, сдох. Ой, блядь. Все. Разобрались. Посмотри, за тобой баба едет. За мной баба? Блин, нихуяшечки. Тачка подъехала. Бля, Женя, сюда, по-моему, кто-то повернул. Подогнала нам ее. Так, садись.
Это дурачок, это дурачок. Дурачок. 99 в конце. Ну, понятно, какого года рождения. Так, поехали. Это транспортное средство нужно Симону. Перекрасьте его в мастерской и доставьте в доки. Нет, а у меня нет такого. Доки хуёки, а у меня написано. Можно будет попробовать. Да. Смотри, парикмахерская. Там как раз братишечка рядом с парикмахерской. О, надо ебануть его. Самое логичное. Так, он, по-моему, должен... А, нет, это не он. Сейчас. Это он. А, нет, это не он. О, боже. Братишечка, давай. Ты убил Грударса. Да ладно, как? Да, не знаю. Уезжай, сейчас бомбанет, уезжай. Уезжаю. Как ты его убил, там же не было. А я не знаю. Я просто кинул наугад. Нет, ну, хуя себе, так, как можно было так? Его не было там. Там же не было, ну посмотрим на записи потом. Я тоже никого не видел. Женя, а зачем мы за ним едем? Стой, амунация, стой. Вижу. Бля, один хрен тормозный. Эти задания. Три звезды! Откуда? Блять, подхвати меня тогда. Ты еще выпрыгнул? Это что за лаги вообще происходит? Я даже не увидел. Да, лагает. Так, все, погнали. О, боже мой. Так, может, Лестеру позвонить, чтобы отвалили? По-моему, не открыто еще у нас. Зато у меня, знаешь, что открыто? Эвакуация с вертолетом. То есть я могу летать по карте. Я так вчера искал подводную лодку. Которую мы, кстати, покажем. Угу, обязательно покажем. Так, не знаю, вот как в этой серии. Может, в этой мы угорнем немножко, а в следующей уже полноценно поедем. Вот есть, смотри, найти катер, у меня найти машину, понизить уровень розыска. Да. Нет, не выйдет, говорит. Почему не выйдет? Ты что за бред? Лестер тебя облапошил, блядь, как лоха развел. Он предлагает, говорит, позвони мне, когда режешь. Он мне говорит, позвони мне, чтобы понизить уровень розыска. Нет, я не буду понижать тебе уровень розыска. Затроллирован, Женя, просто затроллирован, понимаешь? Просто затролли. Слушай, у меня текстуры на лету прорисовываются. Дома пропадают, блядь. У меня нормально. Хуя себе лаги какие. Не знаю, не знаю. Так, я вообще прям мимо копов проехал. Давай налево, направо куда-нибудь съезжай. А, сейчас. Ой-ой-ой, блядь! Это как вообще? Ой, говно какое. Как он мог на такой скорости колеса пробить, блядь, все, а? Блин, по-моему, реально читер. Охуенно. Это он 340 какой-то там левел, да? Да он 399. Блядь, я выжил случайно. Так, садись. Я тебе дверь выбил случайно. Блядь, да не крутись, манда. Понятно. Все понятно. Все понятно. Ну, значит, смотри, ушел, оказывается, конечно. Я нашел на всей карте два места, где есть две подводные лодки. Так, а мне вчера скидывали скрин, где она есть. Мне, кстати, 30 уровень. Я знаю, где она есть. Я нашел уже. Я один сам нашел, а один так по скрину тоже. По карте. Так, сейчас я к тебе, блин, давай. Таким темпом я не подъеду. Я пойду самоубью, что ли? Он реально, как он так, что я не понимаю. Это просто невозможно. Просто ездит, всех убивает. Как я практически, да? Да, как ты, только мне совершенно не весело. Потому что я его не могу убить. Это я могу убить, а этого говнюка... Замсимир, сука! Сдохни! Ой, блядь. Он вместе с ним ездит, короче. О, шумовой ПП, увеличенный магазин, прекрасно. Блядь, говнюк. Слушай, реально по колесам моментально. Он лагает. По-моему, это просто типа обозначает, что баги. Смотри, он мне колеса пробил. Он просто пробил колеса. Смотри, как ты читерил. Ну смотри, вот как. Он мне морил, вот этот ловил. Да пошли их нахер. Воздушный эскорт, вид клиентов. Вот, мне открылся этот эскорт. Можем взять какую-то миссию сейчас, чтобы уйти с этого сервера. Так, можно. Я только уеду. Давай, попавшие. Черные, очень жгучие, красные и прекрасные. Да? Давай споем. Задание от Тревора и задание от Рона. От Тревора есть? Давай бери от Тревора. Да. Приглашаешь меня. Зачистка. Потому что этот самый... Я бы повоевал, если бы ребята именно, знаешь, на угар были бы. Но если бы они были бы нормальные. Да, а так как мы с тобой угораем, так... А это... Он едет и просто через секунду чуть впереди, через секунду чуть впереди. Не прыгну, то есть не приезжает, а телепортируется. И ты его взорвал? Ну, убивай, давай, чувак, убивай. Давай, ты же хотел этого. Давай. Так, сложность. Жень, приглашай, давай. Я уже заебался с этим школьником кататься. Сейчас подтверждаю настройки, делаю. Так, все, позвал. Давай. Нет патента или авторских прав, или эксклюзивного контракта, но все знают, что Валама... Да, мне тоже приходило вчера это задание. Барыжу я. Конкуренты перевозят лед, замочи их и привези товар.
То есть кто-то будет ехать, мы должны будем убить. Блин, какая же она у тебя жуткая. Что это за шарфик не висит? Что это за хрень? Все нормально же. Лесбийская пати у Брейна на хате. Лысые бабы. Жень, я предлагаю сделать такой клан опасных лысых тёлочек-лесбиянок. То есть ты тоже так сделаешь? Голые лысые тёлочки-лесбияночки. Что может быть прекраснее? Смотри, успех в чем? Короткая стрижка под ноль. Ёжик. Ёжик. Ёжик-ху-ёжик. Кстати, а нифига ты далеко от меня. Так, да, согласен. Сейчас подъеду. О, мадафага, давай. Машины моей нету, кстати. Нет, нет. А, потому что мы ее не вызывали. Ох, ты же... Нихуяшки. Я безопасен. Это что было? Вот, возьми мою нормальную, Жень. Так, сейчас. Сейчас тебя возьму. Поехали. Паровозик дыр-дыр-дыр. Дыр, а дыр-дыр-дыр. А дыр-дыр-дыр. Давай, садись. Мадафага. Слышишь, одни маты. Мазафака, мазафака. Так. Так, Жень, давай, покажи класс. Ну, вот ты посмотри просто это расстояние, так что, да, ты правильно сделал. Может, решение было совершенно верно. Это было хорошо. Да, знаешь, как ты эти взрывы даже успокаиваешь, что ли. Женя, меня пугает информация о том, что тебя успокаивают взрывы. Ладно, если бы у тебя еще какая-то чуточка другая национальность была, тогда да. Тогда можно было бы пошутить немножко, да? Тогда можно было бы реально бояться. Блин, вот это ее носит. А сейчас? Это, по-моему, знаешь, вообще... есть люди, которые засыпают при телевизоре рабочем. Когда играет громкая музыка, например. Да, прекрасно, я знаю. А когда кто-то засыпает, когда что-то рядом взрывает. Мне еще, знаешь, всегда поражали люди, которые умудрялись, вот всю жизнь поражался, слушает в наушниках музыку и читает книгу. Как можно слушать музыку и читать одновременно книжку? Ты же должен понимать, что ты читаешь, да, вчитываться. А тебе надо и слушать, и читать. Я вот никогда это не понимал. Еще со школы, помню, говорили, типа, вот, я сажусь там слушать музыку и уроки делаю в наушниках. Думаю, как? Как ты, блядь, это делаешь? Расскажи, пожалуйста. У меня так не получалось. Это невозможно, потому что музыка, если она включена громко, то она по-любому отвлекает. Ну как громко? Ты сидишь в наушниках, да? Даже средняя громкость, ты все равно слушаешь музыку, то есть наслаждаешься. То есть невозможно одновременно читать, понимать, что ты читаешь, например, и слушать музыку. Это то же самое, что, например, я не знаю, там, смотреть телек, уснуть, кто выключил телек, проснуться, сказать, включи, я смотрю, и снова уснуть. Нет, ну, знаешь, при рабочем телевизоре спать, допустим, еще можно понять. То есть он фоном работает, но музыка-то тебе не фоном работает. Музыка идет прямо в уши твои, в голову. Ты слушаешь это и делаешь еще что-то. То есть надо усвоить материал, допустим, да, или книжку там прочитать, или уроки. Я не понимаю это, честно. Пусть нам напишут, ребята, как это можно. Я думаю, многие школьники так делают. Там многие люди так делают. Я знаю, многие даже, это самое, играют, например, да, и еще что-то пытаются делать. Нет, ну, на удивление, не встречалось еще таких людей, да, но я уверен, то, что по-любому совершенно люди разные. То есть в смысле можно... не встречал? Каких именно? Которые слушают музыку и читают одновременно. А, то есть понятно... я тебе что, открыл Америку сейчас? Это, да, по-моему, вполне... понятное дело, что люди есть всякие, то что, да, может быть, даже таких людей большое количество, что кто-то читает. И... Любое метро. В любое это время. Вот представь, любое метро, в любое время суток. Люди читают и слушают музыку. На тех же планшетах, на тех же телефонах, например, да? Ну, или в этих маршрутках. Я не встречал такого. Ну, есть такое дело. Реально есть такое дело. Я единственное для меня вот этот нонсенс, это, например, реально с телевизором. Всегда поражало. Я, например, не могу спать, тогда абсолютно тишина, то есть, если там какие-то посторонние звуки, то все, там хрен уснёт. Я тоже хотел сюда, я увидел эти горки, и у меня прям, знаешь, аж сердце ёкнуло отчасти. Ну как тут было не свернуть? А тут, по-моему, даже дамп находится. Кстати, тут есть секретная этот тачка типа экскаватор, по-моему, с ковшем таким, знаешь, своим. То есть ковш рабочий, можно поднимать людей. А, да, я видел. Видео было. Ты, кстати, что-то интересное нашел? Мне интересно. Да, посмотрел какие-то пасхалки. О, это хорошо, отлично. Так что это мы все еще потом проверим. Ну, у нас много чего интересного. У нас лодки, потом НЛО мы хотим посмотреть подводной лодкой, потом карго-бобом полетать, да-да-да. Пещеры не нашел, честно, я искал. Все, что здесь у нас есть, то мы поищем. Постараемся, по крайней мере, найти.
и все это, конечно же, показать. Так, тут надо, главное... А, можно аккуратно свернуть. Ты заметил, что я ничего не взрываю? Я сам не свой. Ну, просто нечего взрывать, я думаю. Ну, я бы нашел, что взорвать. Ну, значит, беседа слишком интересная. Блять. Так, сейчас. Ну, по идее, это должно... Ого, ну да. Все, ты проснулся. Ура! Все нормально. Блять. Вот теперь реально... Блять, такой... Блять. Хороший звук. Красный маячок на траве, да? Нормально. Так. О, ладно, я почему-то подумал, что на нас тебе прилепил, как у тебя получилось. Так, ну в любом случае, я не знаю, получилось бы нас взорвать. Так, еще. Будем дальше. Смотри, какие горы впереди. Смотри, какой путь! Но это не Чили, по-моему, это не Чили. Нет. Ну да, что-то там не дотягивает немножечко. Ты еще штурмовую ППшечку купить должен, кстати. У тебя еще много чего делать еще. Да, ну блин, только уровни пооткрывали, только 30-й поднял. У меня до 31-го там 100 очков, по-моему, не хватает. Так. Нет, не 100, 50. Ни хрена. Это там сейчас получается там двух лалочек убить, и все, у тебя будет новый уровень. Да. Женя, а что с машиной, Жень? Женя, что с машиной? Скажи, пожалуйста. Я как обычно сел за руль, я бодр, как бобр. Меня вправо опять уже сносит. То есть только проехали, себя Женя несет вправо. Да, слушай, так долго ехать до наркозавода, офигеть. А, по-моему, мы едем опять к этим самым пропалам, господи. Блять. А тут был не глубоко. Да, херня, короче, да? Не-не-не. Угу. Блять. Ладно. Такой звук замыкания ты тоже слышал, да? Да, я тоже, да. Так, ладушки, меняем машину. Я почему-то думал, что здесь можно будет проехать. Женя, зачем ее менять? Давай взорвем. Ну, давай взорвем, ну, так сейчас я скоро это вызову, в любом случае нужно менять. Так, вызови, да, точно, вызывай. Так, я все еще под впечатлением от людей, которые читают, слушают музыку. Так. Реально такое есть, такое реально есть, да. Это бред, согласен. Ну, как бред, нам просто не понять это, я не понимаю этого. Я не понимаю, я тоже, когда, например, читаешь, нужна абсолютно там тишина. Считываться, иначе... да. Ты же представляешь картину происходящего в книге. Появилась. А как, слушая музыку, еще представляешь это... Олег, сзади машины. Коля. Машина сзади. Давай. Садись. Ну, все люди разные. Угу. Кому-то, например, нравится лысый лесбияночек, кому-то слушать музыку и одновременно читать. Кто знает. Даже в фильмах иногда американских проскальзывало. Ой, блядь. Вот это мне нравится. Эти полеты меня уже устраивают. Просто легкую кочку налетел и пошел кувыркаться. Давай. Поехали. Так, сейчас, блин, вот есть мне эта вода, мы потом... Пальмы вообще тут именно в тему, да? Да. Мы прямо сейчас объехали. Два километра фигачить. Не так уж здесь жарко. Чего здесь эти пальмы? Слушай, они на противоположном берегу прямо у воды. Ну да, я это и понял. И... Если бы не вода, там ехать-то всего ничего. Из воды все это, объезжай теперь. Я видел, у меня доступна эвакуация на катере. Вот это интересно. Можно было бы вызвать катер, они бы нас туда переправили. Ну, кстати, можно было попробовать. Ну, обязательно попробовать. Женя, а что у тебя так, как волчок, туда-сюда, по кругу? Не знаю. Видимо, она просто не предназначена для этих дорог. Ну, или просто она уже боится. Подвинься, мужик. Воу! Нереально носит, то есть любой занос и все. Уходит за. Ну, то есть любой поворот входит за нос. Так, блять. Да? Так. Нормальная ситуация. Пошла жара, пошла. Бах. Давай. Ах. Смотри, все задание именно вот заключается в том, чтобы доехать туда. Мы пол серии тратим большинство. Просто, чтобы доехать, да. Как большинство заданий, которые уходят просто в жопе мира. Так, сейчас. Ну, по идее, это задание. Все, камера пошла, фокусировка пошла. Так, давай, я, наверное, оптику возьмем, да? Подстрахуемся. От дома Тревора, да, давай. Зайдем здесь встанем. По-моему, мы были, мы же тут были уже. Украдите кокс. Нет, мы здесь не были. Как не были, были же. Это другое задание. Разве место, вот набережная, вот это вот, причал? Нет, по-моему, мы здесь еще. А я вижу кокс. Я вижу чувака, можно. Твои белые трусы, конечно, давай. А ему еще какую-то лавочку. Лалка готов, все. Так, вставай, Лалка. Jesus Christ! О, вон 20. Выбежал. Петушок. Так, ой, блядь, машин! Сейчас пару гренок, и все решится. О, боже мой, ни хрена не. Воу-воу-воу-воу,
уже не полегче. Больно. Может, Мэри Уэзер вызвать? Давай вызовем. Сейчас его вызовем. Давай. Блять, как же больно. Нормально, Женя. Умирать в играх у нас это не впервые. Умирать так с музыкой. Умирать так с Мэри Уэзер. Все. Так. Вертолет. Backup, что-то там помощь вызывает. А вертолет, хуеполет. Давай так вызываем. Слышишь? Тр-та-та-та-та-та летит. Вон он, смотри, мой хороший летит. Слышу, теперь слышу. А вон он летает прямо над нами. Я теперь вижу. Все, он гондонит их. Так, отвлекающий маневр можно. Сбоку заходит, сука, встал. Отлично. Так, давай. Во, отлично. Так, он там катер, что ли? О, я отлично, я качнул 31-й, бандит. Нет. Я теперь. И да. Уровень здоровья побольше стал. Я только-только качнул. Только-только я смотри, качнул. Жень, как это делается грамотно. 30-й! Мать, Паша. Бля, только не убивайте, пожалуйста. А интересно, я до Мэри Уэзера докину? Чисто по приколу. По-моему, их сбили. Нет, они просто присели. Так, давай восстанавливайся. Не-а, по-моему, не взрывается. Помнишь, да. Мы пытались их как-то убить, не получалось? Да, они же наши. Женя, там на лодках приплыли. Да, двое. Я вижу, я бачу их. Бля, что это звук? Кого-то звали. Блин, я кого-то убил, они поехали вперед. Братни. Там главное, живи. Да живу вот. Так, да я бегу вот. Ёб твою мать! Все, я лодки завалил вроде, нет? Так, нет, еще одна там живая. Ах ты петрила какой, а? Гивап, фак ю. Хуй нацелишься, а? Так, Жень, надо вальнуть его. Сука. Так, один готов сейчас. Мэн даун. Все, один остался, походу, да? В лодке который? Так, там еще в лодке, и у меня здесь один братишечка. Ты орёт меня там. Все, завалил. Все, я за коксом, давай. Сейчас, это, давай. Вот это. Помнишь, как мы с Титаном последнюю миссию прошли? Вообще, по-моему, просто вай-вай-вай было. Это было идеально, я не знаю. Это было идеально, да. Красавчик. О, подожди. Его. А, я думал, это... Блин, что это было? Да я братишек пытаюсь взорвать. А я был килл, я ослаб. А, вот он, сука. Коксик забрал. Да умреешь ты, говно. Так, все, еду тебе. Тут батискафа нету, можно было бы уплыть на нем. Так, а может, давай позовем лодку. На лодке эвакуацию. О, давай. Раз посмотрим. Я, по-моему, Мэри Уэзер уже вызывал, но сейчас попробую еще раз. Это же хорошая идея. А нет, не у Мэри Уэзер, это у Лестера. Мэри Уэзер лодка. У него можно. Я вызвал, 250 баксов, все. Так, ладно. Так, я сейчас посмотрю пока, куда надо. Нам надо. А нам так... надо к Тревору, как раз... Подожди, надо поближе подойти. Место не подходит для катера, вы что, ёбнулись? По-моему, идеально для катера. Знаешь, что вон стоит? Бля. Господи, сзади какие-то суки, подъехали, блядь. Всплывай, дура. Бля, как всплывать? Как всплывать? Вверх, а он крестик. Жень, попробуй ты, может. Блять, они там что-то много их. Да, на машине. Я еще в воде так неудачно, а. Ничего. Стараюсь поубивать тех, кого смогу. Так, нормально. Ой, вот что я не люблю в играх, это когда персонаж выпадает. Вот ты забрался, и он обратно падает. Вот это ужасно раздражает. Так, блять, сука, прям в задницу. Прячься в этой. Так, сейчас вызову пока. Посмотри, 250 баксов, но мне сказали, что типа тут нельзя вызвать лодку. Почему, не знаю. Вот я нахожусь прямо вот на пирсе. Найти катер. А, это найти катер, показать его на карте, Лест. Блять! Женя, аккуратно. Да. Так, Мэри Уэзер. Давайте, помогайте. О, боже. Прятал. А, катер не может попасть в этот водоем. То есть это не океан же, это же водоем реально. Озерцо, блин, получается. Ну давай, а он может... Катер, садимся. Давай. Уже плыву. Блин, так. Сейчас так, я всплыву. О, господи, там башкой в подводный мир. Так, все. Да, я вот никогда не перестану восхваляться, какая тут классная вода. Особенно по утрам, я тут помню, когда искал батискаф. Блин, смотри, выбросил. И ты выброси тоже. Ну-ка, пошел отсюда. Смотри, выбрасывает его. Охереть. Поплыли. Все, валим отсюда. Не как раньше, сели сквозь. Вот эти все сидели мертвые, так и сидят, а мы просто... Можешь нолик нажимать, смотреть, камера меняется. Да, меняется. Так нужно только держать. А, нет, вот нашел. О, светает, отлично.
Такая кинематографичная. Угу. Красиво. Так. Что? Ну, я бы не сказал, что задание прям суперинтересное. Ну, так. Блин, что было? Фейерверк! Честь выполненного задания! Ты чаек подрываешь, да? Какие реально чайки? Комаров. Охота на комаров. Блять! Ой, это что там было? А, там рифы, по-моему, да, скалы, что-то такое. Давай прям 10. Пускай все охренеют, на дорогу поставим, Кать. Все, мы припарковались, сучки. Да. Мы в городе. Так, все. О, мотоцикл, давай мотоцикл, мы давно не ездили. Давай. Недолго думая просто. Свидетели! Свидетели, подожди, надо аккуратно с ними. И Иеговы. Они пытались парить нам Библию. Так, ну что, ты поведешь? О, боже мой, мне страшно. Поехали. Пусть тут недалеко, но мне уже страшно. Так, мне бы шлем, мне шлем надеть. Не, Жень, там уже все. Я думаю, твои телочки уже все отбито. Уже не страшно. Смотри, как это классно, смотри. Най, подвинься. Сучок. You motherfucker. Так, прекрасно. Старый знакомый. Это старая добрая мисс Смешинка, да. Да-да-да, Смешинка, боже. Он прям знал, что позитивно тут все. 15 тысяч, охереть. И 2000 РП, охренеть. Раньше мы радовались 500 РП, помнишь? 1000 РП для нас это космос был, я помню, задание. Да-да-да, охренеть. А теперь 5000 РП, это нормально. Полный кайф, это было. Вытяжно. На берегу. Это все было. Это все было, да. Свободный тогда. И поедем как раз закупимся. Едем, и... смотри, в Амунашку, едем в парикмахерскую, и на этом заканчиваем уже. Да, Как раз таки я. Разогрев, такая серия, такая разогревчик, да. Так, Жень, давай без этих ярких макияжей, идиотский. Да, конечно. Потому что я тоже уже делал раньше, хотя... Просто мои индийские корни, они так и говорят мне, смажь лицо, эти дерьмо. Тебе, кстати, уже должны были открыть возможность стриться на лысо. А, по-моему, она доступна вообще изначально. Нет. Я бы давно уже так бы сделал. Нет, я помню, когда маску снял, оп, лысая. Хрен его знает, какие-то токсичные вещества, наверное, под маской были. О, моя тачка стоит, прекрасно. А ты где? Я пока что смотрю сверху, да. Так, сейчас тогда я на мунацию поставлю. О, там мунация рядом и парикмахерская рядом. Все рядышком, прекрасно. Садись. Так, у меня еще потом будет задание от Рона. Смотри, я похож на солиста Daft Punk, детка. На-на-на-на, music in my life. На-на-на-на-на. Так же делаем, так же ехали чик-чик. Так, гонка по суше кто-то прислал. Нахер мне твоя гонка по суше, да? Да нету. О, коктейль Молотова открылся. Коктейль Молотова, да, на 31-м коктейль Молотова. Теперь мне еще страшнее будет, наверное. Коктейль Молотова, тебе бегать все время, а, ох, я повеселюсь. Ой, как хорошо. Жень, ты проехал. Да, я вижу. Блядь. Здравствуйте. О, да, детка, да. Закупаемся. Что здесь у нас? Что-то еще открылось. Блин, я не успел посмотреть. Заколебались с 5000, ну дайте. Так, ППшка, Жень, наверху штурмовое купи. Ща. А как ты говорил, быстро все купить? А, на квадратик. У меня, кстати, не сохранилось то, что я приобретал штурмовую винтовку. Нифига. Это как минимум странно, потому что я помню то, что я покупал. Так. Надо закупить. Штука штурмовая, да, открыл. Магазин больше емкости. Да, все бери. А где коктейли у нас покупать? Коктейли снизу справа. Нет там? ПП. Что-то я не вижу коктейли. А, наверное, вот здесь. Бутылка. Да. Карманный пистолет. Тяжелый пистолет, газовая шашка, граната, бомба, липучка, канистра. Слушай, а где коктейли Молотова купить? Где сила? Что-то я не вижу. Парашют купил. Хрен его знает. Странно. Блин, открылись, а где купить, хрен его знает. Вот как это делается. Дыр-дыр-дыр. Слушай, должны же быть где-то коктейли Молотова. Бронежилеты. Здесь они. А, броники, купи броники себе. Так, сейчас. А здесь, так нет, здесь обувь. Это странно. По идее, здесь должно быть. Может, я что-то не вижу?
Брюльки на ветер задание. Так. Я могу не заметить, я такой. Так что я этому не удивляюсь. Тут нет, я смотрю, я реально не вижу этого коктейля Молотова. То есть это очень как минимум странно. Давай подумаем, где они могут быть. Бутылка вижу, бесплатно. Ну, бутылка мне, нахер мне бутылка. Так. Да нет, здесь их даже на витрине-то, в принципе, нету. Так, вот слева базуки висят. Плохо. Просто бутылка, да, пожалуйста. То есть пустая, разломанная бутылка есть, понимаешь? Бред какой. А может он по дефолту появился? Смотри, там нет, где-то. Нету, нету. Ну вот там вот справа, может быть, есть что-то, где бутылки, где что-то вам где-то. А ты хоть сцена? Раз видел, чтобы кто-то бросал коктейли Молотова в игре? Нет. Ну, я еще не встречал. Их реально, может, еще не вели. Я видел то, что да, вот C4 бросает Грант, может, они тоже не знают просто, где это все достать. Черт его топы. Знает. Нет, не то. Обувь. Так. Блин, нет. Я так обрадовался, я хотел фигачить уже. Там нету. А где же может быть? Блин, моя машина все. Может, в бар какой-то заехать? Нет, не знаю. Баре? Да нет, черт возьми. По идее, все оружие должно быть здесь. Иммунация, что-то доступно у нас. Может быть, давай парикмахерскую, добавят. Давай парикмахерскую. Так, я все вижу ее, поехали. Может быть, реально с патчем добавят, потому что... Коктейли Молотова. Я даже не знал, что они есть в мультиплеере. Вообще, я реально ни разу не видел, что покидали. Так, ну-ка. Все, пойдем. Как мне этот санный шлем снять? А ты просто постой, на его скинет. Hello there. По-моему, тут все реально отнесет стразоведу всем. Матюшка, дай ты же папу. Я же тебе говорю, давай, Жень, давай. Лысую стерву, давай. Так, лысый бич. Где моя прекрасная? Блин, такие жесткие прически, такие страшные. Блять, давай, прям, в лицо ей. Давай, так, под ноль. Так. На, Лус, нет. Ой, блядь, убери, убери грим, убери грим, не надо, он лишний, мне кажется, давай. О, татушки, не хочешь себе забабацать татушек? Так, можно будет. Тоже хорошая идея. Парикмахер занят. Я тоже тут не фигней страдаю. Ну да, да, да. Наяривает. Это. Это то, что. Ой, блядь. Бля, он же такая счастливая, когда это делает. Такая довольная. Блядь, две сестры, я офигею. Лысая банда. Блин, мы с тобой даже похожи. Подожди, давай. Давай. Рядышком встанем. Давай. Вот с этой черной, так. White power. What the hell она говорит? Я тоже думаю, what the hell, white power, да? Вы как скины, блядь, с тобой. Блядь. Вот мы реально как-то похожи, блядь, как сестры. Сестры яйцеславные, ёпта. Ой, блядь. Тебе она тоже бикини может зафигачить. Татушек, поехали татушек забацаем. Что-нибудь зафигачим? Бикини. Давай, я сейчас найду татушки. Где мои коктейли, твари? Ой, татушки тут рядышком. Надо будет посмотреть потом, где вообще их приобретать. Да, посмотрим. Серию закончим, глянем, где там что там. Да. Ну, что интересно, они же открылись где-то, правильно? То есть... Ну, если у тебя было написано, то да, по идее, должно было открыться. Так, татухи. Так, давай. Сейчас. Я еще ни разу здесь не делал татушечки. Так, тумбы. Я зашел в тату, и мне написано, вы можете убить себя, блядь. Зачем? Да. Зачем убивать меня? Так, где они тут делаются, эти татушки? А вот тут. Черный рос, дракон. Так, они дорогие, знаешь, так, недешево стоят. Я заебенил, смотри, какой крест. Хера. А мы с тобой до времени можем? Блин, я тоже себе, кстати, крест. Тебе надо раздеться, Жень. Можно кресты, банда крестовых. Лесбиянка крестовая, да? Ну да, я сделал себе, то есть сразу же крест, потому что у тебя был дракон, я подумал, ну, забацай себе крест. Там дельфинчика можно забабахать еще. Так, вот это секси. Ой, на руке можно, руку забить. Так, змеи. Че, зелень, это хорошо. Не, хрен. Так, дробовики. Братство, что за братство? Мы потонаем, будем забить место. Драконы, черепа, нет. Левая нога. Вера. Гады, а дайте мне мои коктейли. Смерть с косойка, да? Получить награду звезда команды, боже мой. 78-го левела, здесь открываются некоторые татушечки. Это жесть вообще.
Поехали. Так, пылающий скорпион. Горячий. Блять! Вломился, ну я почти татушку себе. Блин, а что? Все? Вломился, это холи крап и все. Блять. Так, ладно, давай здесь эту серию закончим. Блять, блять, кто по нам стреляет? Это я стрелял, я думаю, что я за рулем. Лучше отъедь, Жень. За рулем, куда я? А я? Ты дверь не до конца закрыл. Моя дверь захлопнет до конца. Да, закончим тут и продолжим уже в следующий раз. Все, ребята, всего хорошего, пока-пока.